Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и их автобиографии. Мари Марсель Жанна Пупиле, французский скульптор, дизайнер. Видная фигура в скульптуре начала 20 века. Я пользуюсь Википедией. Родилась 19 апреля 1874 года. Образование получила в школе изящных искусств Бордо, затем в Академии Жулиана в Париже. Часто посещала встречи художников и скульпторов, сформировавшихся вокруг Агюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя. Совершенствовала свой стиль под руководством скульптора Люсьена Шнега. Дружила с Гастоном Шнегом, обращалась с американскими художниками и англосаксонскими феминистскими группами. Начала свою творческую карьеру под мужским псевдонимом Симона де Лавер. Известна тем, что с 18 года вместе с американкой Анной Коулман Лэб работала с обезображенными солдатами Первой мировой войны. У них была своя мастерская портретных масок в Париже. С лиц солдат снимался гипсовый слепок, после чего черты лица лепились из глины или пластилина. Эта форма затем использовалась для создания протеза из тонкой гарванизированной меди. Металл покрывался твердой эмалью, подходившей под тон кожи человека. При этом использовались реальные волосы для создания ресниц, бровей и усов. Протез прикреплялся к лицу веревками или очками. Знак признания за свою работу вместе с Коулман Лэб получила французский орден почетного легиона. Была вице-президентом Салона независимых. Преуспела в создании скульптур животных, лепила фигуры обнаженных женщин. Первоначально создавала единичные копии маленьких фигур, которые воплощала в бронзу. Сама чеканила и патинировала, что в то время было необычной практикой. Произведения Жанны Пупиле хранятся в музее Арсе, музее современного искусства города Парижа, Национальной галереи в Праге и многих других. Умерла 17 октября 1932 года в возрасте 58 лет. Вот так вкратце из Википедии о французском скульпторе и дизайнере Мари Марсель Жанна Пупиле. Пока-пока, до свидания.